Консорциум по изучению применения блокчейн для брокерских услуг создаст компания SBI Ripple Asia, совместное предприятие японской инвестиционной фирмы SBI и стартапа Ripple из Сан-Франциско. В консорциум войдут 18 фирм по ценным бумагам, в том числе такие компании, как SBI Securities, Daiwa Securities и Nomura Securities. Новый консорциум объединит совместные усилия брокерских фирм с целью исследования новых технологий для повышения эффективности и снижения расходов. Кроме того, SBI Ripple Asia сообщила, что консорциум сформирует рабочую группу для дальнейшей работы с блокчейн в рамках расширения финансовых услуг.